тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя столица. Витаю. Сегодня 8 марта. Дорогие женщины, с праздником! Витаю вас с праздником! Сегодня, посмотрите, 8 марта, сама природа нам сделала подарок, Солнышко. Солнышко, да. И мои, еще подарок, что мои сестры, вот Светы только не хватает. Света вчера сильно натанцевалась. И мы тоже, конечно, вот идем сегодня, шкутыльгаемся. Мы еще, да. Старушки быдоньки, да? Я же говорю, Люба, это вчера так натанцевалась, что надо было вот так выходить. Дали форы всем. Дали форы всем. Ну, сейчас мы едем отдохнуть. Решили себя побаловать в женский день. Разве можно в такой солнечный день дома усидеть? По Киеву немножко по-любимому походим. И зайдем, попьем шоколад. Или поедим еще больше, поедим? Подсластим нашу сладкую жизнь. Да, она у нас и так жизнь сладкая, но мы решили еще подсластить нашу жизнь шоколадом. Причем будем три вида шоколада брать. Да, ну что, посмотрим. Да. Уже там больше есть. Галь, иди тебе ты ближе к этому. Вот, что скажешь-то? А что ты себя скажу? Как себя чувствуешь после вчерашнего-то гуляния, танцев этих? Я не смогла бы дома усидеть в такую погоду. Боже, какая красота! Киев бесподобный. Так, переходим мультик, переходим. Да. Да, Киев, разве солнечный день можно дома усидеть? Да, усидеть. Только гулять по Киеву. Так, настроение у людей, смотрю, у всех веселое такое, праздничное. Да, наши мужчины еще хотят нас поздравить, сейчас еще приедут все, соберутся. Они готовятся все. Да, после обеда. Пока они соберутся, то мы уже нагуляемся. Нагуляемся, хорошо. Так, дорогу что там? Переходим дорогу. Да. Машин нет, очень мало. Здесь на проспекте там полно машин. Отсюда мало выезжало, очень много машин. Сегодня меньше. Ну что, дальше уже встретимся в шоколаднице. Вот пришли. Майстерна шоколаду называется. Но это кавярня. Кофе можно пить и шоколад. Вот нам принесли шоколад. Трех видов. Называется мишанный. Трех видов. Смешанный. Да, черный, коричневый и белый шоколад. Галя сейчас попробует, тоже скажет, как тебе смешанный шоколад. Я только мешаю. Ну давай попробуй. Нет, ой, смак очаровательный. А, перенесли водичку. Для чего? Вкус вообще. Да, сейчас, Тамар, для чего водичку? Запивать. Потому что сладко. Очень сладко. Топленый шоколад. Очень сладкий. Первоначально это, оказывается, был жидким шоколадом. Первоначально. А вот его. Я так слышала раньше. Это потом его там специальные технологии как-то затвердело, даже это как открытие сделали. Да, вообще, вот именно вот таким топленым. Его раньше делали. Ну, он чересчур. Завозили. Да, чересчур сладкий, поэтому надо водичкой запивать. Я могу сказать приблизительно, какой он сладкий. Вот если взять концентрированное, как оно там называется, сгущенное молоко, ага, как будто туда добавлено какао. И такое густое, сладкое. Ага. Поэтому надо обязательно сладко запивать. Да. Насыщенно сладко. Ну, праздничное настроение-то чувствуется, нет? Со сладостью, с шоколадом. Приятное настроение. Такая здесь атмосфера приятная. Такое чувствуется уют. И оно как-то еще и поднимает, да? Настроение поднимает, и хочется как-то такого интимного общения. С сестрами. Интимного общения. А мне втройне приятно, потому что у меня сестры рядом сидят. Если кто хочет. Я их люблю, люблю. Люблю, обожаю. Приходите в это заведение, у вас будет иное впечатление. Угу. Это вы как будто во Львове побывали. Пышная вакомба. Пани прошу, да.
Да. Дякую. Дякую. Спасибо. Смачного. Спасибо. Смачного, сказали. Так чего нам принесли-то? А вот. Это вишневый, как или бомба называется, да? Вишневая бомба. Коктейль вишневая бомба. А это Айсмикс или что? Айсмикс. Это с вишнями коктейль. Коктейль с вишнями. Здесь тоже шоколад, взбитые сливки. Морозиво тут. Мороженое. Да. Шоколад, взбитые сливки и мороженое. Вот в этом айс-миксе вот такой микс. А здесь у нас микс чего? Видишь, какой красивый сверху. Да, ну сейчас покажу так поближе. Давай покажу. Ага. Вот чтобы вы видели, я вот делаю вот так. О, такая красота. А вкус какой. Чуть-чуть кислинки, то все сладкого, кислинка очень. Ну, может, сначала кислинку надо повыйти? Нет, вот это надо, наверное. О, вот здесь такой нам чайничек принесли. Чай. Вкус знаешь какой? Какой? Как будто в какао покажи. Положили мяту. Мяту положили. Такое ощущение, что в какао положено мяту. Угу. Так, Галя. Первый раз такой чай пробуем. Мы-то с Тамарой тут частенько бываем, а Галя, когда к нам приезжает, то разное берем, да. Чтобы Галя попробовала. Тут уже ассортимент большой. Да. Каждый раз пробуй что-то новое. Что-то новое узнаешь. А вот этот вот тебе понравился чай, да? Понравился этот, да? Нет, ну какой-то она оригинальная. Она вообще какой-то вкус такой. Да, мягенький. Да, и оно такое интересное. Сочетание. Место освежающее. Тамар, ты тоже чай пьешь? Нет. Напротив нет. Света такой такой. Да, так. Я чай не пил, но просто знаю, что он такой мягко освежающий. Да. Коктейль вот вишневый. Mm. Салатница, смотри, какая для нашей коллекции бы хорошо было бы. Ну, такие, наверное, только у них здесь. Красота такая. Оно все такое, такой материал, такой вот керамика такая, как будто бы прям аж домашняя керамика. Ну, смотри, как. Когда уже я почти ее съела, а все равно, смотри, спиралеобразное такое. Осталось, да? Все равно. Ой, я еще даже не начинала, смотри. Так, коктейли. Какая шоколадная зима коктейль. Летняя кофе. А у них по сезонам, да? Вишневая бомба, которую мы брали. Молоко. Черница, это что? Черница. Черника, вишня, сироп, гренадин и мед. Это вот мы взяли вишневую бомбу. Шоколадный милкшейк. Вот мы брали молоко, мороженое, шоколад, шарики. Шарик. Заказали мы шестое. Айсмокка, да? Айсмокка, да. Молоко, мороженое, кофе, сироп, шоколадный, вершки. А, вершки. Вершки – это сливки. Сейчас нам такой коктейль принесут. Ну вот, короче, есть шоколады разных видов, есть коктейли разных видов. И есть десерты разных видов. И чай. И чай. И чай. И чай, и чай, и чай. Вот такое у них меню. И кофе разных видов еще есть, да, говорю? И как поедим, его так помчим. Тамара, покажу свой имбирный чай. Покажи. С утра мало народу, но к вечеру очень будет много. А мы в дружной компании сидим. Да. Наслаждаемся. Ой, да, хорошо-то как. 8 марта удался. Все натуральное, Люба. Ага. Смотри, здесь корица. Мята, имбирь вон плавает. Все живое. Лимон, апельсинчик. Смотри, как нарезали, дольчиками нарезали. Ага. А еще это там внутри есть имбирь.
Ну, имбирь вот нарезанный. Да, имбирь. Корица. Да, и корица палочки. Да, он как цветочки, живые цветочки здесь. Вам еще пивка надо, Ваня? Нет, спасибо. Просто на видео снять. Какой тащи. Спасибо. Вы тоже хотите поздравить жену? Да, боже, мы от щирой души. Поздравления от Академии Печати. Шановні жінки. Жінки і дівчата. Вітаємо вас з міжнародним жіночим днем. І днем так. Щоб у вас все було прекрасно, щоб ви були такі чудові і такі красиві, як, там, не знаю, рози продаються на базарі. Квітки, неважливо, білі рози чи не але будьте такі красиві. Спасибо, спасибо. От всіх жінок вам спасибо.
ковярне, наели шоколаду, нас мальчишки наши ждут. Идем домой, пока-пока, с праздником всех еще раз. Пришли домой, уже думала, уже с вами попрощалась, думала, что уже ничего не буду снимать. А посмотрите, пришла домой, наши мальчишки, мальчики наши любимые подарили нам цветочки вчера и сегодня. А сегодня вот такие тюльпанчики нам подарили. Красота какая, красота! Каждому по букетику. Это мой. Сегодня в городе в основном большая часть мужчин. Очень много мужчин. И все с цветами, и все поздравляют. И водитель маршрутки нас поздравил. И витаю сказал. И там в кафе нас поздравили. И даже просто мужчины заходят и поздравляют. Вот прохожие мужчины тоже поздравляют нас. И увидела в этом году, первый раз видела, как мужчина несет такой букетище. И, видимо, на подарок. Ну, такой огромный-огромный букет. Даже его самого не видно из тюльпанов. Я вот первый раз такое видела. Но все на такой оптимистической ноте, праздничной. Всем пока-пока, девочки! Улыбок и цветов на 8 марта. А вот Вася нам подарил, смотрите, какие крокусы. Крокусы.